Обилие продуктов на прилавках магазинов на разный вкус и кошелек. Все больше товаропроизводителей из российских регионов включаются в борьбу за волгоградских покупателей. Способны ли местные товары составить конкуренцию иногородним и как изменится расклад сил на рынке со вступлением России в ВТО? Эти вопросы предприниматели региона обсудили за круглым столом, организованным изданием «Аргументы и факты». С подробностями Антон Талпа. По оценке экспертов, доля местных товаров на рынке региона сегодня более 50%. Причем во многих случаях они выгодно выделяются на фоне остальных конкурентов и хорошим ассортиментом рядом, и соответствием российским ГОСТам. Очень сильный производитель местный, который представлен с большим ассортиментом. В общем-то, качество продукта достаточно сильное. Ну, наверное, у всех производителей. И потребитель может уже выбрать субъективно в зависимости от ценовой категории, которую он может себе позволить. Соответственно, здесь, наверное, больше ориентир потребителя – это ассортимент, какие-то интересные позиции. Еще один несомненный плюс в пользу местных товаров – свежее сырье. Затем, какие мясо или молоко поставляют на пищевые производства, сейчас следит не только Роспотребнадзор, но и другие контролирующие органы. Сами предприниматели предпочитают лишний раз перестраховаться и проводят проверки в собственных лабораториях или в сертифицированном испытательном центре. Полный цикл производства и близость нас как поставщика является одним из наших самых больших преимуществ. Поэтому у нас продукция всегда качественная, всегда свежая, на любой выбор и на любой вкус потребителя. Контроль за качеством продуктов питания приобретает особую актуальность и после вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. Впрочем, у местных товаропроизводителей на этот счет нет особых опасений. Большинство из них считают, что волгоградские товары вполне в состоянии выдержать серьезную конкуренцию с зарубежными. Нам кажется, ВТО нам только будет в помощь. Вот, так как у нас продукция свежая, находится рядом, доставка быстрая. И так как, скажем, от поля до прилавка проходит очень короткое время. То есть, так коротко, за граница нам не конкурент. Кстати, еще одна гарантия того, что волгоградские продукты выдержат конкуренцию с заграничными – поддержка властей. Благодаря усилиям последних и переговорам с сетевиками, наши товары все шире представлены на прилавках. Антон Талп, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».